Самым популярным освежающим напитком на улицах Бомбея есть лайм с содой. Сейчас мы покажем вам, как она делается. Так, сначала накалываем лед в стакан. Потом берем половинку лайма и специальным приспособлением выдавливаем сок. Да. Бросаем соль и заливаем содовой. Содовая — это просто газированная вода из бутылки. И все. Содовая с лаймом готова. И вот этот чудесный освежающий напиток, который еще добавлен на соль для того, чтобы регулировать кислотно-щелочной баланс на бомбейской жаре. И проходящие мимо ребята увидели, что мы снимаем процесс приготовления содовой с лаймом, и их очень заинтересовало, и теперь вот в этого парня стоит прямо очередь.